На телеканале «Юганск» время итоговой программы. Здравствуйте, в студии Инна Новикова и коротко о главном в этом выпуске. Надо просто место для такси делать, чтобы были стоянки для такси специальные, а потому что каждый встает где угодно и где попало. Не получается. Место занято. Бомбилы захватили рынок частного извоза, вытеснив легальных таксистов. Я сама являюсь выпускницей нашей школы. Вот поэтому мне, конечно, приятно, что наши дети возвращаются к нам и работают. Музыкальная школа стала одним из первых образовательных учреждений города. В следующем году она вместе с Нефтеюганском отметит 50-летний юбилей. Мы сыграли на характере, в первую очередь, потому что сыгранности, еще раз повторю, не хватало. Мы характер показали. Цель – призовое место. Нефтеюганск готовится к проведению этапа окружной спартакиады среди ветеранов. Нелегальные таксисты продолжают агрессивно захватывать местный рынок частного извоза. Не имея лицензии, зачастую нарушая правила дорожного движения, такие водители пренебрегают законом и безопасностью. На автобусной остановке даже руку поднимать иной раз не приходится. Машины останавливаются сами. Наш корреспондент убедился, насколько спрос мгновенно рождает предложение. Поймать за руку участника сложно. Все они якобы везут своих знакомых и друзей. Пассажиры, в свою очередь, зачастую подыгрывают таксистам, тем самым становясь невольными участниками серого бизнеса. Пассажир? Нет. По словам так называемых бомбил, регистрироваться как индивидуальный предприниматель, ставить таксометр и вести строгую отчетность – это лишние затраты и хлопоты. Водители так входят в чужой бизнес, отдавая процент выручки большому начальнику. Понятно, что легальная организация должна платить налог. Как раз этим местный рынок таксомоторных перевозок похвастаться не может. Есть легальные такси, осуществляется такси «Вездеход», это которое одно из оставшихся, которое официально осуществляет свою деятельность по перевозке пассажиров. Остальные практически все занимаются как нелегально, как бомбилы, так называемые бомбилы. Водитель Юрий уже 2 года работает в такси. Войти в подполье или вступить в официальный бизнес – такой вопрос перед ним не стоял. Решил сразу – работа должна быть законной, с лицензией и всеми правами. О беспорядке на рынке таксомоторных перевозок в Нефтеюганске знает. Правда, на этот счет у него иное мнение. Надо просто место для такси делать, чтобы были стоянки для такси специальные. А потому что каждый встает где угодно и где попало. Не получается. Компании, которые занимаются таксомоторными перевозками в Нефтеюганске, с десяток. Однако официальных из них лишь одна. В следующем месяце стартует ужесточение закона для нелегалов. Планируется увеличение штрафов за нарушения. Таксисты, работающие без лицензии, могут лишиться вместо 5 сразу 30, а то и 50 тысяч рублей. Кристина Кочерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Вряд ли поправки в законе способны полностью решить проблему с нелегальными автокоммерсантами, но потеснить их позиции на дорогах города вполне способны. Как часто наши жители пользуются такси и соответствует ли цена качеству этих услуг? Об этом в рубрике «Юганск говорит». Ну, честно говоря, на двойку. Во-первых, потому что как бы водители не совсем того уровня, который должен соответствовать водителю вообще, тем более перевозящий пассажиров. Во-вторых, машины, я думаю, что берут самые старые и самые дешевые. Приехал с Пытьях сюда, у меня здесь родители живут, сам в Москве проживаю. Вот, я подошел к таксисту, спрашиваю, сколько стоит до Юганска добраться. Он говорит мне, рубль 20, 1200. Вот, и я ему сказал, говорю, ну, как-то мне эта цена ошеломила, конечно. 200-200, вот я смотрю, по городу сейчас ездит, и машины у него вроде как неплохие. И обязательно, что если с ребенком, то есть ли у них возможность автолюльку прицепить. Сталкивались с тем, что все в порядке у таксистов? Нет, ни разу. Часто пользуетесь услугами такси? Я ими не пользуюсь. В Нефтеюганске в среднем тарифы на воду ниже на 10%, чем в других муниципалитетах Югры. Однако к концу года цены изменятся, поскольку введена в эксплуатацию станция обезжелезивания. Таким образом, затраты на процесс очистки кратно выросли. Такую информацию озвучил сегодня руководитель региональной службы по тарифам, прибывший к нам из Ханты-Мансийска. В администрации города состоялось совещание на тему формирования цен холодного водоснабжения. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
На сегодняшний день стоимость холодной воды составляет почти 40 рублей за 1 кубометр. И это экономически обоснованный тариф, отмечают эксперты. Он рассчитывается, исходя из численности населения, расходов на материалы для ремонта сетей и транспортировки воды. Это все составляет в конечном итоге величину тарифа. И если соотносить тариф в городе Нефтеюганска по услуге водоснабжения, ваш тариф на 10% ниже, чем среднеокружной. И он, если раскладывать по факторам, не превышает рекомендуемое значение, даже ниже в некоторых случаях. Станция обезжелезивания работает согласно принятому тарифу. Затраты на ее строительство пока не вошли в стоимость воды. Система очистки заработает в полной мере с сентября этого года, после чего оплата за воду должна возрасти. А насколько еще предстоит рассчитать специалистам региональной службы по тарифам? Нагрузка на население, чтобы не росла. Поэтому эту тему мы будем обсуждать, вот, когда станция будет введена в работу, все затраты сведем и, соответственно, будем обсуждать уже тарифную составляющую. По словам федеральных экспертов, чистая вода, если она соответствует ГОСТам, должна стоить 50 рублей за 1 кубический метр. При этом город должен иметь возможность возвращать вложенные средства от строительства новых производственных фондов. Напомним, что городская станция обезжелезивания весьма дорогостоящий проект и возводилась на кредитные средства. Юлия Шуст, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Обучающие семинары по вопросам ЖКХ пройдут во всех муниципалитетах Югры. Накануне в режиме видеоконференции состоялось совещание с участием представителей жилищного и строительного надзора, департамента жилищно-коммунального комплекса, окружного фонда капитального ремонта. Главной темой стало обсуждение проекта «Культура ЖКХ» в Югре. Жители округа будут учить, как оценивать деятельность управляющих компаний и экономить средства, которые они отдают на содержание своего имущества. Стоит отметить, что на совещании самым актуальным вопросом стало проведение капитального ремонта. Общественникам порекомендовали активно участвовать в проведении ремонтных работ, оставлять свои отзывы и замечания. Приоритетом в развитии жилищно-коммунального комплекса в ближайшие годы станет обеспечение профессионального управления многоквартирными домами. Достичь этого планируется с помощью внедрения советов самоуправления многоквартирных домов и товариществ собственников жилья. Также в домах будет обеспечено проведение информационной кампании, в том числе и по повышению информированности жителей об их правах и обязанностях. На основании жалоб граждан планируется создавать рейтинг наиболее актуальных проблем, который будет публиковаться в СМИ. В этом году во всех муниципалитетах Югры пройдут обучающие семинары для общественных советов. Их организуют специалисты окружного департамента ЖКХ, службы жилстройнадзора и окружного фонда капитального ремонта. От пятачка к жемчужине. Мы продолжаем рубрику о важных вехах истории города. Мало кто знает, что первая музыкальная школа в Нефтеюганске находилась в крохотном деревянном бараке. И только в конце 70-х было построено нынешнее капитальное здание во втором микрорайоне. За 5 десятилетий педагогам удалось воспитать множество лауреатов всероссийских и международных конкурсов. А школу не раз признавали лучшей в округе. Слово Елене Волковой. При поступлении в музыкальную школу первое, что проверяют у ребенка, это чувство ритма и интонации. Посмотрим, получится ли это у меня. Это была тройная оценка поступления вашего в нашу музыкальную школу. Сольфеджио, музыкальная литература и специальность. На этих основах школа воспитывает учеников почти полвека. В конце 60-х учреждение насчитывало всего 4 отделения – народное, духовое, скрипичное и фортепианное. Со временем здесь появился хоровой класс, 2 оркестра и большой репетиционный зал. Аккорды все убирай. Пожалуйста, 2 даешь, одной левой рукой аккорды еще поиграй. Этого педагога можно назвать одним из старейших. Роза Николаевна работает в школе почти 40 лет. За долгие годы преподаватель воспитала десятки выдающихся пианистов, многие из которых продолжили музыкальное образование в ведущих училищах и консерваториях страны. Сквозь призму многолетнего опыта педагог отмечает: одного таланта мало, ведь музыка не терпит лени и равнодушия. Некоторые дети, конечно, не могут проявить себя, а в процессе учебы они как-то больше проявляют. А некоторые, наоборот, очень ярко могут проявить себя, а в процессе работы, наоборот, как-то вот ослабевают. Вот здесь нужно просто, точно так же, как в общеобразовательной школе дети готовятся к урокам, и здесь то же самое. Будет система, ребенок идет вперед.
Музыкальная школа по праву может похвастаться не только выдающимися педагогами, но и учениками. Имена некоторых выпускников известны как в масштабах города, так и всей России. Например, карьера признанного мастера Алексея Пересидлова начиналась в этих стенах. Сейчас нотной грамоте обучаются около 700 детей. Ежегодно школа организовывает десятки концертов, в которых принимают участие более 80% педагогов и учащихся. А учеников школы имени Андреева уже знают по высокому и профессиональному уровню исполнительства. Я когда первый раз увидела, что у нас в городе есть музыкальная школа, я всегда просилась, дергала маму за рукав и всегда говорила: «Мама, мама, я хочу идти в музыкальную школу, заниматься на каком-нибудь инструменте, я хочу заниматься музыкой». И вот так сбылась мечта, учусь в музыкальной школе. Стоит отметить, школа давно готовит свои кадры. На данный момент бывшие ученики составляют треть преподавательского состава. Я сама являюсь выпускницей нашей школы. Вот, поэтому мне, конечно, приятно, что наши дети возвращаются к нам и работают. И не только преподавателями. Вот у нас, допустим, педагог-психолог, она тоже закончила нашу школу. Музыкальную школу можно смело назвать ровесницей города. В следующем году ей исполнится 50. За это время учреждения не раз отмечали высокими наградами окружного и всероссийского значения. Но, по словам педагогов, это не главное. Важнее другое – способность музыки объединять и воспитывать достойное поколение нефтеюганцев. Елена Волкова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Будущие инженеры и изобретатели. Детский технопарк продолжает набор школьников. Напомним, реализация проекта Агентства стратегических инициатив в нашем городе стартовало в ноябре. Его главная задача – максимально раскрыть технические таланты школьников. Завтра в нефтеюганском кванториуме – день открытых дверей. Знакомство с необычной площадкой инновационного образования состоится в здании Центра технических видов спорта. Это новый аэропорт в 2 часа дня. Для посетителей кванториума специалисты презентуют учебные программы, которые пройдут в формате открытых уроков. Также потенциальных воспитанников ждет зрелищное научное шоу. Родители, в свою очередь, смогут сразу написать заявление на зачисление ребенка. Напомню, в технопарке подростки Нефтеюганска могут попробовать себя в роли инженеров, авиаконструкторов, биотехнологов и даже хакеров. Отметим, занятия на базе Центра технических видов спорта проходят в 2 смены, причем абсолютно бесплатно. В группы кванториума уже принято более 250 детей. Вакантные ученические места еще есть. Кто войдет в сборную? Накануне в Нефтеюганске состоялся первый контрольный матч среди футболистов-ветеранов. Городские любители мини-футбола готовятся к серьезным окружным соревнованиям, которые пройдут в городе этой весной. В спортивном зале «Жемчужины Югры» собрались ветераны юганского мини-футбола. Цель встречи понятна всем – определить лучших и утвердить основной состав в сборную города для участия в спартакиаде. Значит, в этом году городу Нефтеюганску предоставлено право проведения мини-футбола в рамках спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа Югры среди ветеранов. Эти соревнования пройдут у нас в мае месяце и пройдут у нас здесь, в «Жемчужины Югры». Несмотря на то, что матч тренировочный, накал страстей и атмосфера борьбы здесь ничуть не уступает финальным играм. Встреча проходила в равной борьбе. Надолго мяч не задерживался ни на одной половине площадки. Каждый старался показать все свои умения и возможности. Игра завершилась со счетом 6-5 в пользу основного состава сборной. Ну, сыграли на характере, в первую очередь, потому что сыгранности, еще раз повторю, не хватало. Но характер показали. Проиграли с разницей в один мяч. Такие соревнования впервые пройдут на территории нашего города, а значит, уровень ответственности за исход матчей значительно возрастает. Сейчас футболисты тренируются 2 раза в неделю. Наставник анализирует ошибки и дает указания на следующие встречи. Ну, я думаю, что в целом до мая у нас еще время есть. Мы будем формировать сборную команду ветеранов города Нефтеюганска. Ну, думаю, что в призерах мы должны быть. Напомним, что на прошлогодней спартакиаде сборная ветеранов нашего города вошла в 5 лучших и заняла почетное 4-е место. В этом году у нефтеюганских футболистов есть все шансы подняться на пьедестал почета. Юлия Британова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск».
И последняя информация. Завтра с 10 часов вечера и до 2 часов ночи в городе будет проходить профилактический рейд «Допинг-контроль», в ходе которого сотрудники ГИБДД будут осуществлять тотальную проверку водителей на состояние опьянения. На этом у меня все. Хороших вам и трезвых выходных. До встречи в эфире.